хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop. Здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое. И все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Игорёк. В Стиме началась летняя распродажа 2018. Так сказать, ее кодовое название – межгалактическая летняя распродажа. Продлится она с 21 июня до 5 июля. Если я не ошибаюсь, то для того, чтобы получать карточки, нужен 5 уровень в Стиме, ну и не иметь ограничений на аккаунте. Как же получать карточки с данной распродажи? Первое. 3 раза за день вы можете получить карточку за просмотр рекомендаций. Кстати, данное действие вы можете выполнять с помощью скрипта через ваш браузер. Для начала на главное листаем вниз и вот здесь вот нажимаем на «Получите по 3 карточки каждый день». Далее нам понадобится код скрипта, который выполнит за нас все эти действия. Код будет в описании под видео и также там будет текстовая инструкция. Нажимаем клавишу F12. И переходим в вкладку консоли. У вас будет изначально открыто Elements. И вставляем наш код и жмем Enter. К сожалению, Steam сейчас лагает, и оно просто не может обработать данный запрос, поэтому пока Steam лагает, делайте все это вручную, а после этого можете уже на следующий день пользоваться данным скриптом. Он рабочий, можете посмотреть предыдущий видос по зимней распродаже, я им пользовался там. Второе. Награду за каждые $10 США, потраченное во время распродажи, вы получаете коллекционную карточку. Третье. Создав значок для любой игры во время акции, вы получаете коллекционную карточку распродажи. Четвертое. Продавайте ненужные карточки и покупайте нужные. Пятое, ну и вишенька на торте, это мини-игра под названием «Тимопланетяне». Если вы участвовали в акции «Весенняя уборка», то вы, наверное, заметили, что в вашем инвентаре появилась вот такая вот коробка. И как раз таки она нам пригодится в данной распродаже. Давайте ее откроем и посмотрим, что в ней находится. Как видите, выпали какие-то вещи, я так понимаю, они нам пригодятся для оформления нашего персонажа в этой же мини-игре. Вот, как видите, их здесь несколько наборов выпало, разных сетов, если можно так сказать. На странице с игрой есть подробная инструкция, как играть и часто задаваемые вопросы. Поэтому, думаю, смысла объяснять нету, вы сами сможете со всем ознакомиться. Я сейчас немного поиграю и скажу про свои впечатления об этой игрульке. Давайте я зайду настроить своего персонажа. Ну, как видите, у меня получился всем вам знакомый. Ну, в принципе, смысл игры, как видите, выбрать планету и там, в принципе, убивать монстриков. У вас стоит вот такая вот пушка. Вот, как видите, я стараюсь отбиваться от них. То, что они проходят, я так понял, это ни на что не влияет. Здесь именно нужно набить как можно больше очков. Ну, то есть убить как можно больше монстров. И также для меня неожиданностью было то, что здесь можно выиграть топовые игрули. Там на разных планетах разыгрываются разные игры. Не знаю, какой вероятностью они там падают. Скорее всего, где-то там это написано. В принципе, как я и говорил, вы можете почитать это в инструкции. И также хочу показать вам сайт, где вы сможете просмотреть все выпадающие карточки, фоны и смайлики с данной распродажи. Ссылочка на данный сайт тоже будет в описании. Давайте подведем итоги данной распродажи. Мне она очень понравилась, так как, по сути, задание легко выполняемо, и вдобавок мы еще можем получить топовые и не очень игры, убивая монстров и захватывая планеты в игре «Тимопланетяне». Пишите в комментариях свои впечатления о данной распродаже и что собираетесь прикупить в ней. Ну а с вами был Игорёк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки, всем пока!